детские сырки, покрытые глазурью, это любимое лакомство для большинства из нас. К тому же, оно не только вкусное, но еще и очень полезное. Куда полезнее, чем те, что продаются в магазинах. Пробуем. Простой, удачный и очень быстрый рецепт. Потратив на кухне совсем немного времени, вы сможете приготовить детские сырки из обычного творога, который всегда есть на наших прилавках. Все мамочки заботятся о том, чтобы дети ели творог, который богат на кальций, железо и различные аминокислоты. Пожалуй, это самый популярный способ уговорить своего ребенка скушать полезный продукт, причем получается два в одном, и вкусно, и полезно. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Для начала сахар превратим в пудру, удобно это делать, например, при помощи кофемолки. Однако сахарную пудру можно просто купить в магазине. Творог взбейте миксером или перетрите через мелкое сито. 2. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно размягчилось, взбейте его миксером. 3. Выложите размягченный творог к взбитому маслу, всыпьте сахарную пудру, все тщательно перемешайте. 4. Всыпьте ванилин, еще раз перемешайте. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Сделайте фантики удобного размера, можно 16×16, я их делаю из пищевой фольги, просто нарезаю ее нужного размера квадратиками. 6. Сформируйте сырки, каждый заверните в кусочек фольги, положите их в морозильник, дайте им возможность застыть. 7. Тем временем растопите шоколад посредством водяной бани или в микроволновой печке, к нему добавьте кусочек масла, застывшие сырки достаньте из морозилки, покройте их шоколадной глазурью. 8. Глазурованные сырки положите в холодильник на всю ночь. Теперь вы знаете, как приготовить детские сырки. Сделайте их дома, и вы убедитесь, какими они получаются нежными и вкусными. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты. Сухой творог 360 грамм, сахарная пудра 100 грамм, сливочное масло 150 грамм, для начинки минус 120 грамм, для глазури 30 грамм, ванильный сахар 1 чайная ложка, горький шоколад 60 грамм, количество порций 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Пусть вам сегодня повезет!